Последний день мая в правительстве региона подвели итоги исполнения указов президента мая 2012 года. О состоянии дел в соцсфере отчиталась зампред Ирина Эрмиш. Есть положительная динамика в демографии. Правда, в так называемые целевые показатели Ивановская область укладывается только-только. В прошлом году случилось практически небывалое. Вторых и третьих детей жительницы региона стали рожать чаще, чем первых. Количество многодетных семей увеличилось в разы и превысило 6 тысяч. А потому перед чиновниками новая задача – стимулировать ивановцев на рождение первенца. Многие обязательства в области соцсферы выполнены досрочно. Ликвидированы очереди в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет. Созданы рабочие места для инвалидов, увеличена зарплата бюджетников. Фонд оплаты труда по основным категориям по отношению к уровню 2012 года вырос на 1,5 миллиарда рублей. В этом году для всех бюджетников, за исключением педагогов дополнительного образования, уровень средней заработной платы сохранится как минимум на уровне прошлого года. Сегодня недовыполнение этого показателя составляет 2% и касается муниципального сегмента. Мы сегодня со всеми муниципалитетами уже доработали по оценке, провели работу по оценке недостающего ресурса. Рядом муниципалитетов сейчас готовятся соответствующие правовые акты для увеличения расходов на эти цели.